Шериф начинает борьбу в Лиге Европы УЕФА. В Тирасполе продолжается праздник европейского футбола. 9 августа в 19:30 главная арена спорткомплекса «Шериф» ждет футбольный десант из Исландии. «Шериф» принимает чемпиона Исландии «Валюр» из Рейкьявика. Игра, где все решит мужской характер. Билеты стоимостью от 20 рублей можно приобрести в платежных терминалах Агропромбанка, кассах спорткомплекса и на сайте билет.пмр.ком. Билеты на VIP-сектор только в кассах стадиона.